Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Носферату Лукард. Сегодня на повестке дня, по-моему, лучший стрелок всея, да, спасибо, всея Джоджо Миста. Впервые Миста появился в пятой части, орудует шестизарядным револьвером и стандом Sex Pistols. Бить он не умеет, только стрелять. Предметы он не подбирает, а только их ломает, за что ему дается полоска ДК. Также у него есть достаточно длительный unblockable, после которого можно начать стрельбу или дать сильный удар рукой. В чем прикол сильного удара? У него на нем появляется броня. То бишь это единственный ваш удар вблизи, чтобы просто откинуть врага на дальнюю дистанцию. И у него есть также напрыжка, но она у него не направляемая. Он может также стрелять и в воздухе. В воздухе он просто зависает, как на Бирокакюин. Итак, спецприемы. Скилл на треугольник. Пас, пас, пас. Пистолзы перевешиваются на ближайшего врага. Ну или на того, на кого вы нацелились. И сидят на нем. За это у вас тратится ваша стамина. Если вы начнете по нему стрелять, то пистолзы начнут проводить дичайшую комбу по врагу. Враг начнет просто подниматься, а полоска врага просто уничтожаться сама. Этот спецприём можно отменить путем задержания R1 или когда у вас кончится стамина. Скилл на квадрат это Six Bullets. Миста выстреливает вперед и просто стреляет дальше. Это можно просто использовать. Это сочетается с другим спецприемом на нолик, но о нем чуть попозже. Усиленная версия на L2, во-первых, она вам самостоятельно перезаряжает весь ваш пустой барабан и автоматом стреляет. Также на этом спецприеме у вас есть броня. Скилл откатывается достаточно быстро, чего можно просто спамить им от комбы к комбе. И также обычные выстрелы можно отменить в этот спецприем, тем самым нанести 12 выстрелов. Скилл на нолик. Мистер размещает одного пистолза, и тот просто остается висеть на нем как ловушка. Если использовать скилл Six Bullets и продолжать нажимать на него, то мистер автоматом начнет стрелять в своего пистолза, а тот, в свою очередь, перенаправлять пули во врага. Это отлично подойдет, когда вы вот нашли вот такую высокую точку, просто прыгнули и поставили этот скилл. После вы можете вот так вот просто безнаказанно контролировать абсолютно все поле карты. Всего я так можно. Но а если вам плохо держать там от руки подрубать ДСС, и вас отрубить, что происходит под ДСС? Ну, мы еще не рассказали про главный спецприем R1. По-моему, мы рано перешли к такому. Ну да ладно, в данный момент расскажу. Всего скиллов на нолик можно поставить до 6 штук, сколько всего и пистолзов. Также можно отменить на нолик. Скилл на R1. Пистолзы заряжаются в револьвер, а после миста усиливает свои пули. Те автоматом начинают заворачивать дикие круголя за врагом, и это увеличивает точность выстрелов Мисты, что позволяет ему просто попадать постоянно. Это ваш главный скилл, и советую использовать часто именно его, чем остальные. Под СС-ом же Миста просто дикая мощь. Помните, я вам говорил, что L2 у него перезаряется быстро? Так вот, под СС-ом этот спецприем перезаряется еще быстрее, чего вы просто можете зависать просто на огромное количество времени в воздухе. Также особенностью Миста является возможность сделать быструю перезарядку, если вы держите блок и жмете квадрат. Если же вам во время... Также есть, кстати, и обычная перезарядка, но она очень долгая. Если вам ее собьют, то Миста будет стоять в долгом таком стане, он ничего не сможет сделать, ни вспышку, ни выстрел, ни дэш, вообще ничего. И будет так стоять долго.
После у вас на какое-то длительное время будет 4 пули, а после можно будет снова зарядить 6. Также про особенности стана пуль мисты. У них он крайне долгий, отчего вы, прошу постоять на месте, отчего вы, да стой ты, блин, на месте. Отчего вы, вот, например, с такой дистанции можете дать 6 пуль. Да, блин. А у меня не прошивается, спасибо. Спасибо, геймпад. В общем, с огромной дистанции можно давать ДХ на месте, просто выстрелив даже одну пулю, так как стана хватает на это. Блин, у меня же ДХ нет. Ой, я идиот. Пытаюсь ДХ прожать, будучи того, когда я один. Боже, я гений. Да. В общем, все базовые я вам рассказал про мисту. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.